большие эмоции, конечно, очень приятно. Но прежде всего потому, что мы выиграли этот мяч, а потом и, ну, еще более приятно, конечно, потому что именно я забил этот гол и принес победу нашей команде. Расскажи про гол, как у тебя получилось забить? Ну, сейчас когда-то просто мне сказали на дальнюю штангу, что лучше, типа, ну, что у них возникает больше проблем, сказал. И тоже сказал и Максиму, и Себе, чтобы подавали туда. Так что, ну вот, получилось такой момент, где мяч прям на меня пошел, и я здорово ударил и забил. 5 ударов заблокировал «Динамо» и «Зенит» ни одного. Как вам удалось нейтрализовать соперника? Ну, очень сложно играть, конечно, против «Зенита». Понятно, что они создают свои моменты, и что нужно где-то и чуть удачи, фарту, чтобы выиграть такой мяч. Ну, я думаю, сегодня команда, вообще каждый игрок дал 100%, и именно ради этого мы выиграли этот мяч. Вы абсолютно справились с лучшим нападающим прошлого сезона Артемом Дзюбой. Как у вас была изначально тактика какая-то против него? Ну, с Дзюбой просто надо не дать ему спокойно играть, потому что он, когда принимает и даешь время ему думать, он очень хорошо скидывает мячи. Мы старались, конечно, близко все играть. Я, честно, первый тайм так, не очень доволен, как... Но потом второй тайм наладил и нормально билось все, думаю. Спасибо, Тони, с победой. Спасибо.